Всем привет, дорогие друзья, всем привет, любители автозвука. Сегодня у нас будет видосик про новиночку от компании Delaudio. Это установочные наборы линейки Piranha. 4 наборчика, и тем интереснее, один из них мы разыграем. Но условия чуть позже. Ну, 10 тысяч на YouTube стукануло у меня на канале. Надо вас, дорогие мои подписчики, конечно же, побаловать. Вот, ну и давайте поближе посмотрим эти наборчики. 4 наборчика. Называется Piranha WK84, Piranha WK82 и, соответственно, Piranha WK44 и WK42. Вот такие 4 наборчика. Кстати, обзорчик у меня на линейку установочных наборчиков Барракуда есть на канале. Ссылочка вот здесь сейчас всплывет. Ну или оставлю в описании под этим видео. Потом обязательно посмотрите. Вот. И что еще хотелось бы сказать по упаковке с лицевой стороны. Смотрите, здесь вот внизу, чтобы вы не запутались и вас не вводило в заблуждение вот это вот WK84, там 44. Вот здесь написано. Установочный набор для установки четырехканального усилителя. Это когда 84 или 44. Да? А здесь написано установочный набор для установки двухканального усилителя. Ну или моноблока. То есть 82 и 42, соответственно. Ну, эти сечением поменьше, а те пожирнее. Ну, сейчас мы посмотрим в точности, чем они отличаются. Один вскроем и в деталях посмотрим, что к чему. Значит, VK84 и 82. Значит, кабель силовой Piranha 8 гейч. Цвет марин. 5 метров, кабель силовой Piranha 8 гейч white, то есть белый, 1 метр, это у нас на минус, тут то же самое, кабель акустический Piranha 16 гейч 10 метров, кабель межблочный Piranha RCA 5 метров 2 штучки и кабель межблочный Piranha RCA 5 метров 1 штучка, кабель remote 5 метров, что здесь, что там. Держатель для предохранителя Phoenix Mini NL 01, 1 штучка. Предохранитель Phoenix Mini NL FUS 40 ампер, 1 штучка. Кольцевая клемма обжимная для силового кабеля, 2 штучки. Это вот WK82 и 84. И давайте посмотрим, что здесь. WK44. Силовой кабель Piranha 4 гейч марине, цвет 5 метров. Здесь то же самое. Кабель силовой Piranha 4 гейч white 1 метр. Здесь у нас то же самое. Кабель акустический Piranha 12 гейч 10 метров. То же самое. Кабель межблочный Piranha RCA 5 метров 2 штучки. Кабель межблочный Piranha RCA 5 метров 1 штучка. Ну, понятное дело, это, соответственно, 1 штучка, это когда для двухканальничка идет, да, для моноблока. А 2 штучки, ну, то есть там 4 разъемчика для 4-канального усилителя. И, соответственно, у нас здесь держатель для предохранителя 1 штучка Mini NL. Предохранитель Phoenix Mini NL FUS 80 ампер, 1 штучка, что здесь, что там. Кольцевая клемма обжимная для силового кабеля, 2 штучки. Вот такая комплектация у каждого из этих наборчиков. Эники-беники, ели вареники. Давайте выберем, какой наборчик разыграем. Ну, давайте, думаю, что самый популярный, наверное, это для 4-канального усилителя. Вот. Возьмем вот этот наборчик, вскроем, посмотрим поближе и его же разыграем среди подписчиков. Условия обычно я оставляю под видео, ну и также чуть позже озвучу. Так, вскроем мы его, как вот здесь производитель удобненько придумал. Очень удобненько. Оп, пожалуйста. И можно пакетик скрывать.
что в пакетике нас сразу встречает. Очень приятно и неожиданно. Здесь есть ароматизатор фирменный, брендовый от Deli Audio. Также здесь в комплекте есть вот такой вот шильдик самоклеющийся. Брендовый Deli Audio можно наклеить куда-нибудь себе на автомобиль. Некоторые клеят даже на чехол смартфона. И дальше здесь вроде все. Дальше смотрим, что здесь у нас. Колба. Колба держателя предохранителя. Вещь очень нужная, полезная. Здесь уже установлен мини-аналог предохранитель на 40 ампер. Здесь у нас все это дело под шестигранички. Надежно, замечательно. Там есть втулочки. Их можно вытащить и регулировать, так сказать, сечение кабеля, которое вы туда вставляете. Поменьше, побольше. Вот. Это дело у нас можно, вот здесь есть отверстие, закрепить на стяжечку куда-нибудь. Чем хорош данный АНЛ держатель предохранителя, мини-АНЛ? Тем, что он прозрачный и можно контролировать, значит, состояние предохранителя. То есть вы посмотрели, перегорел, не перегорел. В принципе, там все это дело видно. Вот видите. Так. Хороший, аккуратный, надежный. Кстати, обзор у меня есть на всякие разные типы таких держателей предохранителей. Ссылочку, если не забуду, оставлю под видео. Также вот здесь сейчас плывет. Что дальше? Дальше у нас еще есть вот такой комплектик для обжима проводов. Сюда кабель защищаете, вставляете. Ну, предварительно на кабель нужно одеть вот этот вот защитный чехольчик такой. И потом аккуратненько вот так все это дело выглядит. И сами провода, ребятушки. Очень хорошо, компактно все это дело здесь собрано. Прям разбирать не хочется. Кабель приятный. Одинаковый материал у всех кабелей. Что у SCA, что у силовых, что... даже у Remote одинаковый силикон, одинаковый состав, который очень мягкий, что в автозвуке очень важно, потому что какие-то постоянно, там, ну, к примеру, двери открываются, какие-то очень большие изгибы, нигде ничего не переломается. Чем вообще хорош этот набор, ребятушки? Тем, что вы не ломаете себе голову, не бегаете, не ищете там покупать отдельно все эти кабеля. Тут все в наборе уже есть. Да, это в большинстве случаев набор подойдет к малой мощности и средней мощности усилителей. То есть эти наборы, они типовые. В большинстве случаев все рассчитано, посчитано и можно подобрать под свои нужды. Вот кабелечек такой вот здесь брендовый. Написано, да, Deli Audio, Piranha, 8 гейдж, Power Cable, Made with CCAW, Decisioned in Russia. Ну и вот какому-то подписчику, который выиграет, повезет, я сейчас специально для него даже обожму вот этот наконечник на минусовом отрезке данного кабеля. Как мы это делаем? Очень просто. Ну, где-то с запасом вот так отмеряем. Вот такое расстояние. Берем все это дело, изоляцию снимаем. Вот, смотрим. Такие жилки здесь. Смотрим на жилочки, да? Все здесь аккуратненько сделано. Потом закручиваем вот таким образом. Надеваем изоляцию. Потом берем наконечник. Вставляем все это дело таким образом. И затем берем специальный инструмент и обжимаем. Вот этот инструментик. Оп. Оп.
кабель обжат. И на место ставим изоляцию. И вот у нас получился обжатый минусовой кабель. Плюсовой у нас, соответственно, здесь с изоляцией своего цвета маркировочка. Здесь я уже оставлю, как говорится, для победителя данного конкурса, чтобы он своими руками, так сказать, обжал вот данный кабель. Ну, не буду, так сказать, отнимать радость установки. Ну, кстати, по поводу установки. Если у вас какие-то сомнения, у вас нету опыта, вы сомневаетесь, как что устанавливать, то данный набор просто отдаете человеку, который в этом разбирается, либо в какой-то установочный центр, и вам там все установят и подключат. Также у нас в наборе есть акустический кабель. Вот он, написано Dell Audio Piranha 16 Gauge Speaker Cable Made with CCAV Decision in Russia. Так, это у нас акустический кабель. Его здесь много. Небольшая рекламная пауза. Все, я запутался. Ну и давайте сделаем, наверное, небольшой мастер-класс по поводу подключения. Заодно, так сказать, вот кабели RCA. Очень мягкие, хорошие, классные разъемчики, плотный, хороший, надежный контакт, ничего никуда не вываливается. Здесь все в этом смысле надежно. И вот видите, что хорошо, когда мягкий кабель, да, вы можете его повернуть в любую сторону и абсолютно спокойно закрепить. Это очень хорошо. Значит, RCA кабель мягкий, силиконовый, хороший. Проложить его не составит никакого труда. Вот у нас есть усилитель, это Grifon Pro 6150. Очень удобный у него здесь под отверточку терминалы зажимные. Вот эти откручиваем. Абсолютно у каждого хозяйства отверточка есть под рукой. Вот. Здесь у нас в комплекте производитель уже положил, пожалуйста, управляющий REM-провод. Для чего нужен REM-провод? Для того, чтобы по включении вашей магнитолы включался усилитель, а не работал все время и высаживал аккумулятор. Зачищаем этот провод. Вот, немножко так подкручиваем его. И вставляем центральный разъем между плюсом и минусом. И все это дело зажимаем. Так, подключили управляющий REM-провод. Далее кабель на питание такого цвета. Тоже написано здесь Dell Audio Piranha 8 Gauge Power Cable Made with CCAV Decision in Russia. Зачищаем его. Зачистили, вот жилочки все аккуратненько так немножко подкрутили. Вот плюсик, вставляем кабель и надежно зажимаем. Все, зажали плюсик. Теперь берем наш кабель минус, который метровый. Как правило, его подключают на какой-нибудь болт, который держит задний ряд автомобильных сидений. Тоже его зачищаем. Закручиваем. И вставляем. В принципе, эти кабели достаточно с надежной защитной оплеткой. И не думаю, что вам сюда еще и змейка нужна. То есть можно обойтись и без змейки. Змейка это для совсем уж такой параноидальной надежности.
Ну вот, таким образом мы подключили усилитель. Все очень быстро, как вы видите, ничего сложного нет. Плюс управляющий провод и минус. Сюда подключаются акустические провода. Вот акустический провод, зачищаем. Вот зачистился. Немножко вот так вот его разводим. Тоже закручиваем. Выбираем необходимый нам канал подключения. Ну, к примеру, первый. Выкручиваем. Ну и, соответственно, смотрим на маркировку. Здесь плюс, здесь минус. Вот этот цвет Марине у нас плюс, а беленький минус. Вставляем. Чуть-чуть надо подкрутить. Не выкрутился. Вот. Зашел надежно до конца. И закручиваем. Все. Акустический кабель надежно закреплен. Собственно говоря, вот так и подключается абсолютно любой усилитель. Ничего сложного нет. Ну, а с той стороны мы подключаем RCA кабеля, которые потом от усилителя идут к магнитоле. Ну, собственно говоря, вот такой видос мы посмотрели на примере установочного набора Piranha WK84. Как подключить усилитель. Ничего сложного здесь нет. Мы убедились, все достаточно просто и быстро. Можно сделать самому. Вот. И вот этот набор, который мы сегодня использовали для видео, я разыграю среди своих подписчиков. Очень просто все это делается. Давайте так, через 2 недельки на стриме в ВК я разыграю. Отправлю потом, наверное, даже не с деком, почтой даже отправлю вот этот наборчик победителю. Разыграем на стриме в ВК. А для того, чтобы его получить, выиграть, вам нужно подписаться на мой YouTube, подписаться на мою группу ВК, подписаться на группу Deal Audio. Это видео с моей странички в ВК репостнуть себе на стену в ВК и закрепить, это важно, закрепить до дня розыгрыша. Точную дату я укажу чуть позже, ну где-то ориентировочно через 2 недели. Ну, обычно так где-то и происходит. Вот, и под этим видео обязательно написать фразу какую-нибудь. Давайте пусть будет слово «участвую». «Участвую». Напишите, пожалуйста, на страничке ВК под этим видео. После того, как сделаете его репост и закрепите на своей страничке. Ну, а для тех, кто хочет немножко больше, кому вот, к примеру, ну, маленькое сечение там вот этого кабеля, или он не подходит по длине, там какие-то у него нестандартные условия и ситуация. Вот, ребятушки, есть Deal Audio. Можете купить более крупного сечения, тоже этой же линейки Piranha. Но об этом чуть-чуть позже, в следующих видосах. А на сегодня, пожалуй, все. Спасибо, что посмотрели данное видео до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, участвуйте в репост-конкурсах, чтобы получать интересные призы. До новых встреч, пока-пока.